Проект Scroll объявил о запуске последней фазы тестовой сети перед выходом в основную сеть. Scroll Сиполия — это твой шанс получить ретродроп от Scroll за действия в тестнете. В этом видео я покажу подробную инструкцию по выполнению всех действий в тестовой сети Scroll Сиполия, которые приблизят тебя к получению возможного дропа от проекта. Вы находитесь на канале Foundnation. Полная текстовая инструкция по активностям будет в моем телеграм-канале. Не забудь подписаться на него. А мы начинаем. Для начала разберемся, что это за проект и почему он может раздать неплохие награды. Scroll — это блокчейн Layer 2, который использует технологию ZK Rollup для обработки транзакций Ethereum, снижая затраты и увеличивая скорость транзакций. Проект привлек 80 миллионов долларов во главе с топовыми инвесторами из Polychain Capital и Sequoia. При этом общая оценка составила 1,8 миллиарда долларов. Очевидно, что перед нами топовый проект, у которого отличные шансы выхода на рынок. Не раз подобные крипто стартапы давали награды своим ранним пользователям, поэтому давайте перейдем к его тестированию. Первым шагом подключаем необходимые тестовые сети. Для этого напротив каждой сети нажимаем Connect Wallet и подтверждаем добавление сети в кошельке. Вторым шагом запрашиваем тестовые токены в сети Сиполия. Для этого переходим на один из трех кранов, которые я оставил в посте в Телеграме. Я перехожу на первый и авторизуюсь. Здесь вставляю адрес своего кошелька, прохожу капчу и нажимаю Send me Ethereum. Тестовые токены сразу же появились в моем кошельке. Третьим шагом необходимо перевести эфир из сети Сиполия в сеть Scroll. Для этого переходим на официальный мост Scroll. Подключаем свой кошелек. Во вкладке Deposit to Scroll вводим количество эфира для депозита. Нажимаем Deposit Funds и подписываем транзакцию. Токены поступят в сеть Scroll в течение 20 минут. Четвертым шагом проявляем активность на Uniswap. Для этого заходим на сайт. Нажимаем подключить кошелек, выбираем MetaMask и подтверждаем. Теперь сверху переключаемся на сеть Scroll Сиполия и подтверждаем действия в кошельке. Для начала проделаем свапы на площадке. Здесь выбираем обернутый эфир, вводим количество токенов, нажимаем обернуть и подписываем транзакцию. Теперь выберем здесь токен JHO и выполним аналогичные действия с ним. Далее обратно свапнем JHO на эфир, опрувим токен и подтверждаем транзакцию. Теперь добавим ликвидность в пул на Uniswap. Слева сверху переходим в раздел пулы. Здесь нажимаем новая позиция. Выбираем пару с токеном JHO. Ставим уровень комиссии 0,3. Выбираем минимальную и максимальную цену. Ставим необходимое количество токенов, опрувим их и подтверждаем добавление ликвидности. Пятым шагом взаимодействуем с площадкой Orbiter. Справа сверху подключаем кошелек From. Выбираем сеть Scroll Сиполия. Ту выбираем сеть Тайка. Вводим количество токенов. Нажимаем Send и подтверждаем транзакцию. Возвращаемся назад. Теперь снизу выбираем сеть Сиполия. Вводим количество токенов. И также их отправляем. Шестым шагом создаем свой токен в тестовой сети. Переходим на сайт OpenZeppelin. Пролистываем чуть ниже. Здесь вписываем название вашего токена. Тут указываем его символ. В Premint указываем количество токенов. А ниже выбираем любой его особенности. Далее справа нажимаем Open in Remix. Здесь нажимаем Accept. Слева переходим в раздел Solidity Compiler и нажимаем Complete Contract. Теперь слева заходим в раздел Deploy. Сверху выбираем Injected Provider. Подключаем кошелек. Обязательно убеждаемся, что в кошельке мы подключены к тестовой сети Scroll Сиполия. И нажимаем Deploy. Подписываем транзакцию. Если видим такое сообщение, значит мы все сделали правильно. В MetaMask также отобразится развертывание смарт-контракта. Седьмым, последним шагом нам необходимо перевести обратно эфир из сети Scroll в сеть Сиполия. Для этого переходим на официальный мост. Нажимаем Withdraw to Ethereum. Вводим количество токенов. Нажимаем Withdraw Funds. И подписываем транзакцию. Далее нам необходимо будет заклеймить токены в сети Сиполия. Нажимаем Claim Fund on Ethereum и возвращаемся сюда через 4 часа, так как именно столько по времени занимает бридж. 2000 years later. Спустя 4 часа здесь нажимаем Claim и подтверждаем транзакцию в кошельке. Отлично! Мы вместе с вами проделали все возможные взаимодействия с тестовой сетью Scroll Сиполия. Текстовая инструкция и все необходимые ссылки будут в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Обязательно не забудь на него подписаться. Там ты найдешь много интересных постов по активностям в крипте. А вы были на канале Foundnation. Благодарю вас за просмотр. До скорых встреч!